Знаете, мы находимся в удивительном месте на Земле. Вот это Черноморское побережье, где расположен город-курорт Сочи, оно отличается уникальной дендрологией, прекрасными климатическими условиями. И в этом уникальном саду собраны все виды растений со всей планеты. А дерево, на дерево дружбы сделали памятные прививки, представили 167 стран мира. Вдумайтесь только. В мире около 200 стран. Почти все представители приехали поклониться и оставили свой уникальный след. Я горжусь тем, что с детства занимался садами, пчелами. У меня отец преподавал основы сельского хозяйства, математику, физику, ботанику, астрономию. Прививал любовь к земле, к пчелам, к природе, к саду. Вот. У меня в саду растет около 100 видов цветов, поэтому, когда я попадаю в это царство, я чувствую себя в родном доме. Человек обязан не только посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Он обязан любить природу и должен понимать, что он никакой не царь природы. Он сам высшее создание природы. И он обязан любить цветы, сады, природу. Тогда он будет настоящим гражданином, и тогда, в общем, воцарится на планете действительно мир и дружба. Так что мы у дерева дружбы, и мы хотели поклониться этому святому месту, коллективу, который этим занимается, и пожелать всем побольше выращивать цветов, вот таких деревьев. Но вот это дерево единственное в мире, которому весь мир приходил поклониться, и под этим деревом лежит земля со всех самых святых мест на нашей планете.